Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами я, Вован, и это самая первая часть прохождения игры Postal для мобильных устройств. Да, дорогие друзья. Я не хотел вдавать Postal в Ява-обзор. Хотел ее пройти перед вами. Хорошая, кстати, игра. Мне отлично нравится, очень. Так, ну давайте, пошли уже историю. Легко. Так, день первый, понедельник. Так. Отлично, парни, взлом отменяется. Эй, придурок, гони ключи. На кой вам сдалась моя рухлядь? Лучше заткнись, приятель, никто не пострадает. Да пошел ты, придурок. Ну, как-то так. Жаль. В общем, у нашего главного героя угнали тачку. Жаль. Обратите внимание на индикатор задания. Он обозначает место, где вам нужно добраться. Так, ладно, ладно. Я играю на компьютере, на аккумуляторе. Так этот застранец потерял свой пистолет. Поверить не могу. Меня ограбила кучка идиотов. Да. Интересно, там боевые патроны вообще? Пойду шмальну по соседскому мангалу. А то закоптил мне все окна своим барбекю. Да. Погодите, блин, реклама включилась. Извиняюсь. Так. Обратите внимание на зеленую стрелку, она показывает бла-бла-бла-бла-бла. Ладно, мне этого не надо. Я знаю все, что надо сделать мне. Так, соседский мангал. Время по нему шмальнуть. Так, нифига себе, вот изобретатель. Он к мангалу еще и баллоны приделал. Сейчас проверим, остался ли там еще газ. Пожалуй, лучше отойти. Так, вот. Идеально. О нет, только не мой инновационный мангал на сжиженном газе. Ну все, теперь ты точно наигрался. Я вызываю полицию. Вот ведь зануда. Пожалуй, лучше отсидеться в укромном месте, пока меня не... В общем, пока меня полиция не нашла с этой пушкой. Так, блин, реально полиция. Отлично, теперь нужно не шуметь и немного подождать, пока не утряслась эта самотуха. Самое время подвести итоги. Потерял тачку, нашел ствол и украсил соседский пейзаж. Надо бы теперь выяснить, что это за пушка и где искать мою тачку. Ну, пушка ясно, это пистолет, конечно, у тебя в руках. Но только какой модели, я совсем не знаю. Блин, тоже мне надо будет сесть. Так, это парень из банды, я вижу сразу по нему. Два скотина такая. Я реально просто уже научился даже распознавать. Просто я еще раньше проходил ее на своем мобильном телефоне. Так, ладно, погнали дальше. Да. Так. Эй, приятель, не подскажешь? У нас забастовка, и твои проблемы меня не волнуют. Но у меня угнали машину, да? А меня отстранили. Шефу не понравилась моя манера работы с подозреваемыми. А ведь я ненавижу насилие, меня просто подставили. Ну, жаль. Так. И убежал. Ну, нормально так. Ага, ненавидишь насилие. Лучше провести собственное расследование. Знаю одного типа, который другой краденым, надо бы к нему зайти. Да нифига себе, блин, насилие ненавидит. Пошел ты, чувак. Это реально жесть. Ты, я же ведь совсем не люблю насилие и расстрелял всех. Нормально так? Так. Какого черта, я уже платил в этом месяце, нет у меня лишних денег. Давай выматывайся отсюда, пока можешь. Сбавь обороты, цыпа. В этом месте ты платил каким-то уродам, которые больше никого не заинтересуют. Поэтому сегодняшнее утро ты должен платить нам. Что значит никого не заинтересует? Да это и значит, давай гони бабло, если не хочешь повстречаться с неинтересными людьми. Да. И чё, это угроза? Это еще. Это кто еще такой? Это тот, кто решает мои проблемы. Та-дам! Так, а теперь ты. А ты крут. Извини, что втравил тебе в это. Да ты охренел вообще. Приятель, мне бы следовало отстрелить тебе яйца за такую подставу. Да ладно, ладно. Все же обошлось. И я и не думал, что разборку между бандами коснутся и меня. Да. Вот что. Услуга за услугу. Я знаю, что ты большой... Что ты большой дока. Ладно. Большой дока по части угона и продажи угнанных...
угнанных машин. Не знаешь, кто мог бы угнать мою? Фух, это сейчас кто угодно. Попробуй спросить в соседнем гетто. Там обосновалась какая-то сильно лихая банда отморозков. Только будь осторожнее, они действительно не в себе. Это фигово немного. Ладно, погнали дальше. Так, ладно. Гетто, идем в гетто. Нормально так. Да. А вот и они. Ты чего тут забыл, фрик? Да вот какие-то парни гнали мою тачку. Один человек сказал, что ты можешь сказать кое-что об этом. Вали отсюда, пока цел. Пошел ты. Та-дам! Твою мать! Ты же убил меня, твою мать! Если я тебя убил, как ты разговариваешь, придурок? Ничего про тачку мою не слышал? Так. Какую тачку, твою мать? Один из братков полиции сказал, что местные копы провоцируют войну банд. И можем не кисло нажиться. Твою мать, ты же всех перебил. Так значит, копы тоже в этом замешаны. Придется опять все делать самому. Да. Получим награду. Миниган МП5. Миниган МП5? Может быть, просто МП5? Блин. Видите? Бандитов 3 прибил. 3 прикончил. Я говорю, что это был бандит. Так. О, класс. Так. Ну, если я раньше проходил... Да, ребятки, здесь есть и пушка, которую я раньше получил. Будем проходить намного интереснее, ребятка. Да, ребятки, точнее. Да. Мутант. Быстрое восстановление здоровья и ветеран. Деды воевали. Класс. Погнали. Прикинь, такой чувак с дробовиком зашел такой. Здравствуйте. Так. У вас может быть одновременно несколько оружий. Да неужели? Хоп, хоп, хоп. Эй, это what the fuck? Ладно, пусть будет только АК. АК-47. Видите? Тут такое дело, у меня машину угнали. Вы не подскажете? Заполните форму 213Б. В общем, все понятно. Через месяц-другой ты спятил, приятель. Все вопросы вы можете задать нашему управляющему его приемные дни. Сегодня и сейчас. Блин, прям бы расстреляло, честно говоря. А почему хотя бы? Вот так вот. Я уже все сделал. И ты получи. И ты получи. Я прохожу постел так, как и надо проходить постел. Постел так надо проходить, ребятка. Ребятки. Постоянно говорю, ребятка. Да. Вот. Здравствуйте. Алло. Простите, сэр, но управляющий проводит важную встречу, его нельзя беспокоить. А когда он нас закончится? Он сразу же уедет, боюсь, что сегодня вам с ним не поговорить. Какой не поговорить? И тут банда мешала. Никому не двигаться, или этот парень покойник, я всего лишь хочу получить свою страховку. Вот дела, похоже, намечается шоу. Да. Верните мне деньги за мой байк. Блин, это уже пятый байк, который ты разбиваешь. Научись ездить, кретин. Не ори на меня, или я вышибу из этого парня мозги. Давай, валяй. Спорим, у тебя кишка танка. А вот и нет. Ха-ха. Блин, я только что провалил переговоры. Уроды, да я вас всех порешу. Ну не сметь паниковать в моем офисе. Ну молодец, чувак. Похоже, что надо как-то разобраться с этим психом, пока он и меня не пришил. Все. Твою мать, кретин, чуть не пострелил меня, придурок чертов. Но все-таки узнаю, что там с управляющим. Ладно, погнали, только чтобы полицейские по дороге не пришли. Да. Еще. Капец. Да сколько вас здесь? Получи. Я ветеран, в меня нельзя стрелять. Блин. Так. Хм, а что это за записка? Не ищите меня и нашу секретаршу. Простите, что забрал все деньги, но нам и правда очень нужны. Простите еще раз. Что это за хрень? Этот клерк? Да, клерк. Свалил с моей страховкой за машину. Вот урод. База, подтверждаю, перестрелку, есть жертвы, ведем поиск подозреваемых. Мне надо теперь как-то свалить от этих копов. Как-то свалить? Я знаю как. Расстрелять.
Идеальный способ. Расстрел. Блин. Не надо шляться на моем пути. Все. Опять полицейский зараз. Тут же все-таки автоприцел. Хорошенько придумали. Получил награду. Ветеран. Ну, у меня уже есть ветеран. 26 человек. Класс. Пусть будет дробовик. Погнали. Так. Блин, похоже, что придется запастись чем-то серьезным пистолетом. Интересно. Джим все еще торгует оружием? Да. Я знаю, что он нам даст. Он даст нам миниган МП-5. Который у нас уже есть. Блин. Ну и нет, я его не брал вообще-то, но все равно. Так. Так. Подождите, сэр, но здесь нельзя парковаться. Да, у меня есть убедительная причина. Офигенно. Класс. А, Джим, давай ключи от сейфа и вали отсюда. Да вот они, только не убивайте. А тут уж как повезет. Какое как повезет? Цельтесь получше, твари. На тебе. Не, ну не надо же так. Получи. Ого, как размазал. Так. Чувак, ну ты даешь. Что-то я тут намусорил. Эти громилы подослали ко мне братья Гранду. Не мог бы ты разобраться и с ними? Не мог бы. Но один из них спер у меня новый УЗИ. Я правильно понимаю, что если бы я разобрался с братьями, то ты подарил бы мне УЗИ. Ну, это все-таки экспериментальный образец. Значит, договорились, Джим. Да. Так, блин. Полицейские. Полицейские. Чувак. Так. Хочу всех расстрелять. И тебе. Всем свинца! Горячего свинца! Горячий свинец. И еще немножко. И еще. Да вы издеваетесь или как? Все, наконец-то. Уважаемые, вы не могли бы? Вали отсюда, кретин. Кретин? Дело сделано. Да вы совсем охренели, я же сказал, никакой стрельбы у меня, пока у меня не закончится похмелье. Похмелье еще, да? А ты еще кто такой? Твоя смерть, придурок. Скажи привет моему маленькому другу. Say hello to my little friend. А прикиньте, английская весь как раз так и писала. Say hello to my little friend. Вот фигня, Джим скотина опять всех обманула. Это же самый обычный УЗИ. Как я и думал, погнали домой. Получите, мистер. И вы получите, мистер. Пожалуйста. Нет, здесь пистолет довольно сильный, кстати. Всех по дороге расстреляю. Выжим, ребята, я все-таки мутант в этой игре. Получите вы уже, мистер. Погнали дальше. Так, оба-на. Хорошенько. Банды? Эй, ты в дурацком плаще. Кто, я? Ну а кто еще? Ты хозяин этого дома? Конечно нет. А по-моему ты. Ну-ка, парни, обыщите его. Ми Франко, у него похоже УЗИ твоего брата. Ах ты, ублюдок, взять его. Какой взять меня? Двою. Блин, ну и денек. Надо бы немного отдохнуть. Награда. Шотган, который у меня уже есть. День второй, вторник. Мне надо бы взять миниган. Погнали дальше. Вот дела, беспорядки, банды. Херь какая-то. Да еще и тачку угнали. Похоже, что мне потребуется очень много пива, чтобы потом не бегать под обстрелом. Надо бы пополнить запасы. Да. Я только не знаю, как, дорогие друзья, поступить. Может быть, мне сразу пройти вот в этом видеоролике и его выложить? Или, может быть, по частям так? Не знаю даже сам. Если первую часть сниму, то сразу и вторую сниму. Нормально. Не надо же откладывать. А то я иногда откладываю и снимаю потом, да, только через 3 года. Да. Сила слоупока. Получите, мистер. Блин, класс, класс.
Так. Приятель, да ты рехнулся. Как можно пить такую дрянь? Попробуй лучше дрольч или хреникен. Слушай, мне нужно именно фрикбир. Это они типа про пиво говорят. Да это же не пиво вовсе. Его только бомжи пить и могут. Приятель, вот тебе мой совет. Так, смотри мне в глаза, сомелье чертов. Или ты мне сейчас приносишь этого пива, или я тебя покалечу. Я позову охрану. Да какой пистолет? Бери шотган. У тебя же есть шотган, чувак. Опа, придурок уронил ключи от склада. Может быть, я смогу найти фрикбир там. Фрикбир, знаете, типа пиво для безумных людей. Пиво для фриков. Прикольно так получается, честно говоря. И ты получи. И вы, мистер, получите. Да сколько вас здесь? Всех расстреляю. А почему? Потому что нельзя идти там, где есть Вован. Вот так вот. Так, как всегда, я запутался, не знаю, как мне пройти. Блин. Вот всегда здесь путался. Всегда, блин. Серьезно, прям говорю, путался всегда. Так. Может быть, вот так пойти? Это лучше вот так пойти. Блин, так не получится. Фак. Да как тогда? А, вот так может быть. Не? А тогда через низ. Идеально. Ух ты! Гэнгста, чёртов. И вы получите, мистер. Так, надо бы что-то сделать с этой тушей, иначе на склад мне просто не пробраться. Вот здесь, как видите, газовые баллоны. Так, сейчас я вам тут устрою. Хоба! Класс. И охрана меня не потревожила. Все, прощайте, мистер. Идите нафиг. Ну вот, теперь я могу спокойно искать пиво. Идеально просто. Ага. Он нас не потревожил, мы прошли спокойно на склад. Мистер, а вы что здесь делаете? А вы? Нельзя так. Вы на складе вообще-то. За всего один ящик. Мир так жесток со мной. Всего один ящик. Да, чувак. Мир реально с тобой жесток. Люблю здесь шотган. Так. Хоба! Это what the fuck такой. Пожалуй, я использую другим выходом. Интересно, сколько я человек на этом уровне уже убил. Ура. О, вы надоели мне уже. Хоба. А, не прошли. Вы смотрите, блин. Вот молодцы. Награда, мутант. У меня в жизни 41 человек. Это норма. Так. Ну что, ребятки, еще один уровень как? Наверное, на этом уже не все. Погнали дальше. Гони бабло, приятель. Не то тебе хана. Вот это все, что у меня есть. Только не убивайте, умоляю. Не понял? А чего так мало бабла у тебя? Давай гони все сюда. Эй, Бонс, похоже, у нас тут еще один спонсор. Отлично, взять его, парни. Да какой взять меня? Вы что, совсем офигели? Меня? Я нельзя, брат. Я прекрасный человек. Человек, который не умеет убивать. Я не люблю жестокость. Я не люблю насилие. Вы все это сейчас прекрасно видите перед собой. Я совсем не люблю насилие, как и тот полицейский. Идеально. Хаос, анархия. Да. Теперь еще намного лучше. Оба-на! А где наш дом? Эй! Может быть, это вы все виноваты? Прекрасно. Чего? Это что еще за херня? Ха-ха. Кто спалил мой дом? Это как так? Моя коллекция пивных банок. Дерьмо. Так, надо успокоиться. Может, кто-то из соседей видел, как все случилось. Так. Сейчас будет полицейский, гэнгстер. Блин. Да вас много. Но идите в одну точку.
Так будет полегче вас всех прикончить. Сам Илья, черт. Получите, мистер. Вот и ваш прописной. Вот, так, проходите, проходите. Все прекрасно, все хорошо, проходите. И вы также, и вы. Хорошо, что у оружия здесь бесконечные патроны. Класс. Так, да ты пошел нафиг отсюда. Здравствуйте, вы видели, как я убил примерно 5 людей? Здорово, приятель. Ты не видел? Тут никого подозрительного около моего дома, а? Так, весь... Нет, фу. Так, весь город с ума посходил. Одни подозрительные и ходят. Возле твоих окон терся один тип, но я его спугнул. А как выглядел? Да как абсос. Блин. Ну там приметы какие, может, были. Да зайди вон к Тиму. Он вечно за соседями в камеру шпионит. Может, он чего заснял. О, спасибо за подсказку. Так. И кажется, он не захочет нам отдавать никакую камеру. Да. Ай-яй-яй-яй-яй, нельзя же так. Надо отдавать камеру. Только не людям, которые хотят у вас ее отобрать. Так, погнали. Тук-тук, Тим, ты дома? Так, Тим, открывай дверь, есть пара вопросов к тебе. Тим, твою мать, если ты сейчас дверь не откроешь, то я ее вышибу нахрен. Не надо, я выхожу. Вот, наконец-то. Тим, ты случаем не видел, чего стряслось с моим домом? Видел, видел, а что? Ну так расскажи. А чего рассказывать? Прибежал какой-то лысый, кинул какой-то пакет, а потом шарахнуло. Слушай, Тим, а может ты все это еще и заснял, а? В смысле? Ну там снял на камеру, ты, говорят, фанат любительской съемки. Ну может и снял, только тебе показывать не буду. Почему это? Ну, так ты камеру... Так ты камеру поди спереть, мой. Пуди спереть можешь? Так, ладно. Камеру пуди спереть можешь. Хочешь? Я сюжет в катастрофы недели собираюсь отправить, а туда беру только эксклюзив. Так что никакого показа и камеры. Тим, нафига мне твоя камера? Ага. А я что говорил? Черта с два я тебе ее отдам. Не нужна твоя камера. Блин, такой терминатор пришел. Не нужна твоя видеокамера. Так, чего тут у нас? Так-так-так, что тут у нас? Камера. Блин, да это же шныри с Тима Скайбанда, эксклюзив тоже мне. Ну все, конец вам, придурки. И потом... Чувак из постела решил всех прикончить. И у него это прекрасно получилось. Блин. Еще кто-то. Куда? Я знаю, что ты из банды. Здравствуйте. Блин, кореш, ты же не тот дом взорвал. Как это не тот? Да так, ты вообще цифры знаешь, кретин? Надо было взорвать соседний дом. Вот дела, черт, это кто еще такой? Ха. Так значит, вы придурки, мало того, что взорвали мой дом, так еще и по ошибке? Да пошел ты, кретин. Получи. Ну вот, одним придурком меньше. Так, а ты? Да ты что творишь, кретин? Погоди сейчас, я и в тебе лишних дырок понаделаю. Стой! Меня нельзя трогать, я очень важный человек. Ха! Да знаешь, какая у меня крыша в полиции? Да мне сам мэр заказы сливал. Давай подоговоримся, а? Как деловые люди. Мэр, говоришь? Я с ним тоже разберусь. Сделано. Арх, больно. Чёртов псих пострелил меня. Ну ты сволочь, по делам тебе, что тачку угнали. Что ты сказал? Мою тачку? Так тебе и рассказал. Блин, чего он там говорил про мэра? Награда АК-101. Да, 43 человека. Но одного больше. Так, ладно, ребята, на этом же, наверное, все. В следующей части мы с вами продолжим и пройдем постал полностью. С вами был я, Вован. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.